что же, всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами, как обычно, Лёплэй, это мифические похождения, а это данж, в котором мы сегодня как раз таки пойдем. Давайте-ка мы это сделаем, а перед началом зайдем в этот данж, и я вам скажу лишь одно, подпишитесь на канал, поставьте свой лайк, а если у меня из-за этого мода вылетит Майнкрафт, то я не виноват, честное слово. Давайте-ка мы здесь возьмем, украдем факелы, так, берем. Спускаемся вниз, еще ниже. Когда этот данж закончится... А, все. Кто это еще такие? Я знаю этот мод. Боже мой. Не страшно, помогите мне. У меня блоков с собой нету. Я гений. Боже. Как мне быть? Господи. Так, алмазный топор. Прочность, с эффективность берем, конечно же. Вот это эффективность. Ломайся. Давай, бро. Yes! Ха-ха! Возможно, алмазным получится быстрее. Алмазы... Против обычного деревца, который просто покрылось каким-то поносом, выдерживает удары многотонного. Ну, не многотонного, конечно. Так. Чё? Отстань от меня! Я могучий зверь! Какие страшные вы! Уйди, господи! Так. Пора сломать спавнер. Как-никак, это дело серьезное. Так, значит... Я не знаю, как быть! Помогите! Сос! Помогите! Спасите! Господи, боже мой! Так, у меня есть блоки. У меня нет блоков. Все, мы погибли. Мы покойники. Я покойник. Так... Всё, я жив. А, с них много левелов падает. Это классно. Так. Сколько лутбоксов, я вам так скажу. Просто мясо какое-то. Открывайся. Чё ен-то такое? Ежевика. Всё ясно. Так. Нет! Отстаньте от меня, демоны! Я заберу? Нет, я не заберу. Помогите! Спасите! Я пришел сюда без блоков! Сос! Помогите! Страшные карлики-убийцы! Господи! Что ж так пугать-то? Мне нельзя пугать. А то будет плохо. Так. Так, выкинем, пожалуй, ежевику. Хотя, вот, сделаем так вот. А чё, ты не освещаешь? А? Не понял я вас. Так. Что здесь у нас? О! Классно, я вам так скажу. У них весело. Так. У них реально весело. Так, заберем, пожалуй, арбузы. Они мне нужны как никогда. О. Впервые я вижу стак затвердевшего опыта. Ауэ. Да это же изи фармилка опыта. Я гений. Мама, если ты смотришь это видео, то знай, я хоть где-то соломным. Так, значит, все. Так. Делаем так. Вот. Я, кстати, не знаю. А, это говно какое-то. Так. А это у нас что? Ха! А здесь у нас кирка. Самый полезный предмет, который я когда-либо видел. У меня никогда так быстро инвентарь не заполнялся. Могу сказать вам лишь одно. Это супер крах мозг. Найс. Так. Осыпь меня алмазами. Блин, я даже алмазы не находил, а уже алмазные бегаю. А вы помните это?
Вы это помните? Это помню. А если вы это помните, то да. Это классно. Да. Так, давайте-ка. Крыло ли это учим? Оставим себе. Так. Поменяем чуть-чуть. Железный меч. А как бы вам так сказать, у меня есть железный меч на починку и... прочность. Поэтому... я не знаю, что мне делать. Я боюсь их всех. Они страшные. Серьезно, они... какие-то... И где все? Так, заберем опыт. Забираем. Уходим. Все, отстаньте от меня. Я не виноват. У меня почти 30-й левел. Левел. Эти скелеты не такие уж и сильные. Мама, помоги мне. Я жить хочу. Так. Ты добрый? Ты добрый? А, нет, ты ни хрена не добрый. Где он? Как же это было страшно! А чё я так медленно двигаюсь? Пещерный паук. Господи, никогда я их не любил. Кто ен-то такой? Помогите мне! Всё, сюда. Встаньте от меня. Всё. О-хо-хо! Чё? Они не освещают ничего. Так. Так, поставим сюда. Где он и был. Помогите мне! Кто-нибудь. Так, забираем здесь весь опыт. Делаем прямо здесь вот наши грязные дела. Так, я не знаю, что это такое, поэтому выкинем. Потом мы это возьмем. Это ж я. Так. Сильверболт. Болтами, что ли, будем кидаться? Или это на оборотне только работает? Во Фрейд оф зе Дарк есть оборотни. Я вам гарантирую. Так, перебегаем. Из одной квартиры в другую. Бывает. Нет, не бывает. Так. Забираем железо. Блин, я богат железом. Господи. Обожаю такие данжи. Постоянно железо попадается. Постоянно все. Да. Обожаю, когда мне попадается какая-то... вкусная фигня. Да, бывает. Нет, не бывает. Так, давайте-ка, пожалуй, возьмем здесь все, что есть. Так. Я не знаю, что мне делать. Помогите. Спасите кто-нибудь меня. Так. Кто из вас разбирается во Afraid of the Dark? Так. Я сюда. Нет. Ты какая-то мелкая гнида. Отстань. Так. В печках что-нибудь есть? Нет? Серьезно? Как же так? Я же такого не ожидал. Я реально такого не ожидал. Чё факелы такое говно здесь? Как я выберусь вообще отсюда? Я не понимаю. Господи. Где я? Помогите мне. А. Понял. Так. Всё ясно, понятно. Так, где это я? Где я? Я не вдупляю смысл происходящего. Это блоки? Да, это блоки! Красиво! Так, красная руна. А, это из не Afraid of the Dark, это из мода Quark. Ква. Опа! Я что-то нашел. Так. Достижение сыпь меня алмазами. Так. Это нам не нужно. Фух! Я думал, что все. Капец! Так, все. Забираем еще изумрудик. Почему бы и нет? А если нет, то да. Так. Ежевику мы оставим. Вот это вот мы выкинем. Потому что я не знаю, что это такое. А если это вдруг нам понадобится, то мы это найдем. Так. У-у-у,
my gerbil. Я просто богат. Ути, господи. Ах вы, гниды, крысы! Пауки это крысы! Всем все ясно? Понятно. Так. Господи, спасите меня кто-нибудь от этих мутантов. Да ты задолбал! Хорош! Отстаньте от меня. Все. Я к вам уже вернусь, когда я попробую зачистить этот сундук, потому что он, скорее всего, неинтересно будет смотреть на это. Раз. Два. Три. Бип. Итак, почти все зачищено. Я сейчас очень сильно боюсь всего и вся. Потому что вдруг пауки нападут и сожрут меня. Так, ну я этого, если честно, не хочу, поэтому будем делать вот так вот. По-обычному все будем делать. Да, вот так вот это будет. Так, у нас есть три алмаза. Это уже целая алмазная кирка. Да. Давайте-ка мы попробуем взять этот... Да вы задолбали! А! Отстаньте! Изверги. А, все ясно, откуда вы беретесь. Все ясно, дружище. Ты спалил свое местонахождение. Так. Ты спалил свое местонахождение, я тебе сказал. Так, берем. Так, здесь ничего интересного, поэтому берем снова ведро. Я сказал, берем снова ведро. Так, я не понимаю вообще, что это вообще... Что здесь происходит? Что здесь происходит? Я тебя и забью этим пакетиком. Вот так вот я всем буду говорить. Я тебя и забью этим пакетиком. О, хлеб. Не, ну... Хлеб это, конечно... Блин, здесь какой свинарник. Какой свин это сделал? Я. Так. Пожалуй, паутинку мы выкинем. Отстань. Молодец. Так, давайте-ка я в дом, что ли, ты пахнешь или нет? Я просто уже не знаю, что мне делать. Ах ты! Отстань. Молодец. Так, что это здесь у нас? Открывайся! И у нас здесь какое-то говно. А ты еще что здесь забыл? Ладно, давайте-ка я тебе пехнусь. И домой. Так, главное не умереть. Все, здорово. Так, я там оставил, наверное, некоторые важные вещи. Но у меня есть теперь 4 алмаза, 4 обсидиана. И это все в одном. Так, давайте-ка что ли построим портал где-то, где-то далеко, далеко. В краях далекий, наверное. О, пердани! Так. Блин! Говно вы! Так. Пердани. Я не про вас, а про вот этих вот нубиков. Красиво-то как. Так. Пожалуй, сделаем портал где-то здесь. Ой, я... А, я умный. Все, я думал, что это понял, но на самом деле я умный. Да, вы это не знали. Но я вам сказал, что да. Да, поэтому... Я думаю, что эта серия довольно-таки удалась. Поэтому... С вами был Кручник, я Левоплей. Всем до встречи, всем пока.